Кострома, 5.02. Личный номер X56-62-25. Прохожу воинскую службу по контракту. 98-я дивизия, город Иваново. Часть 71-211, город Кострома. В первом батальоне 331-го полка. Вы российский подданный? Гражданство? Да. А с какой целью прибыли в Украину? Командировка, БТУ, учения. На территории Украины? Это нам сказали там. Кто? Командир. Фамилия полка Немоляев. Еще раз? Немоляев, подполковник Немоляев. Нам ничего не сказали, мы сопровождали колонну. Какую? С техникой. Колесная и гусеничная техника, БМД-2 и КАМАЗы. А куда вы ее сопровождали? Место назначения? Нам ничего не сказали, мы просто ехали по полям, по пушкам. Вы сами что, вы находитесь на территории Украины? Мы когда заехали в поселок, уже проехался танк с украинским флагом. Вот, потом мы уже поняли, начали смотреть, где наши по дороге. Вот. И потом по нам огонь произошел, обстрел. Мы слезли без БМСа по-быстрому. И потом второй выстрел, это в БМД-2 попал снаряд. Вот. То есть, я прошу прощения, вы не знали, куда вас направляли? Да. Была команда и все? Команда, конечно. Перед отправкой как была происходила подготовка? Перед отправкой? Да. Отправка в эшелоны. Четыре дня мы ехали, питались сухпайками. Ехали в Ростов. Как БТУ. На две недели. Потом приехали, начали ночью, загнали технику, выставили патрули. Утро следующего дня начали приводить технику после марша ночи. Недостатки, поломки устранять, масло заливать, воду, зачищать номера. Нам сказали белые от подшивы надеть на коленки и на локти. Подшива, чтобы распознавать друг друга. А вот. Что значит зачищать номера? Чтобы сделали пушки вместо номеров. Это где? Это на БМД-2. То есть на всей технике или только на... На всей технике. Если правильно понял, то есть зачистили... Зачистили, да, номера? И закрасили, и поставили пушки. Какие кружки это были? Цвет? Белые. Просто белые, да? Да. Документы? Документы собрали следующим днем. То есть вы сюда прибыли без документов? Документы остались в лагере. Там в сейфе телефоны. Вы поняли, что вы прибыли на войну? Да. Вы хотите мне участвовать? Нет. Что бы вы хотели сказать своим командирам, генералам и непосредственно Владимиру Владимировичу Путину? Могу сказать, что все сразу же, что все обман был. Что именно? Что никаких учений здесь нету. Чисто техника, колесная, гусеничная, танки, артиллерия. Как участники боевых действий здесь, на территории Украины. Может, к семье обратитесь? Да. Хочу передать привет маме. Папе, любимой своей, не переживайте, все.
все нормально. Вот. Здесь кормят нас. Приняли хорошо. Надеюсь, скоро приеду.